Московские динамовцы в честь 75-летия хоккея провели гала-матч. На льду ВТБ-арены схлестнули клюшки сразу несколько поколений «Динамо». Среди тренеров можно было увидеть Александра Мальцева, Сергея Светлова, Владимира Крикунова. На льду Андрея Николишина, Максима Афиногенова и Станислава Галиева. Кстати, Андрей Васильевич играл без шлема. Игра проходила в формате 3 периода по 30 минут. В каждом периоде был новый состав. Максим Афиногенов забросил первую шайбу в этом праздничном матче, который закончился со счетом 4-3 в пользу белых. Но, как это всегда и бывает на таких событиях, собрались все ради другого. 75 лет, хочу поздравить всех динамовцев, всех болельщиков московского «Динамо» с этой датой. И очень здорово, что вот спасибо руководству клуба, что провели такое мероприятие. И нам было очень здорово увидеть всех друзей, с кем играли. И вообще шикарный день, поэтому я очень доволен. Спасибо огромное. 46 лет назад Аркадий Чернышов познакомил нас с этой замечательной игрой. И 75 лет мы продолжаем играть. Труд, желание и спортивные успехи, они толкают только на победы. Поэтому мы как раз за юное поколение, которое должно двигаться. И этот праздник в первую очередь для них и для болельщиков. Такие матчи – отличная возможность старым друзьям встретиться и повспоминать былые победы. Но главное – это связь поколений, которую «Динамо» особенно ценит.